Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами Хоакин, и сегодня у нас первый взгляд на новый хоррор под названием Find Me, что в переводе с английского означает «Найди меня». Если кратко о сюжете, то наш главный герой Ник, семейный человек, подарил своей дочурке куклу на день рождения, и после этого у него возникли бредни и галлюцинации, и даже терапевт не смог ему помочь. Ну что ж, ребят, давайте начнем играть и узнаем, что же представляет собой данная игрушка. Погнали! Так, инструкция. Не позволяй кукле найти себя. У вас есть 15 секунд, чтобы спрятаться при запуске игры. Чтобы полностью спрятаться, выключить свечу. Вы должны собрать больше спичек, чтобы зажечь свечу, не тратить их впустую. Чтобы пройти игру, вы должны собрать предметы, которые появляются в качестве цели, и отнести их в ванну. Ну, все понятно. Соска, пуговицы и какая-то погремушка. Так, как начать игру? А, на паузу надо было нажать. Понятно. Итак, наш главный герой просыпается. И он сразу просыпается почему-то с свечкой. А ее зажечь никак нельзя, да? Ответьте на звонок. Хорошо. Так, а телефон у нас не здесь нигде? Нет. Так, идем по коридору. На звук. Вот тут как кино-то. Нет, я, похоже, не туда пошел. Что так темно-то? Так, где телефон? Блин, я ничего не вижу, ребята, вообще абсолютно. Что так темно-то? Блин, так темно, вообще ничего не вижу. А, вот сюда, видимо, нам. Так, а как свечку-то зажечь? Нажмите, нажимая, но... Это только двери открывать. Вот подсветка пошла. Yes, good afternoon. Так, терапевт. It's me again. Это я снова. My assistant Kelsey сообщила серии о твоих сообщениях на этой неделе. I must tell you, я тебя предупреждал. I am gravely concerned. Не понимаю. Perhaps our medications have been doing more harm. А, медикаменты могут вызвать какие-то побочные эффекты. Delusions of yours stem from something deeper than a boogeyman or a haunted doll. А, ну короче, медикаменты, которые прописал вам доктор, могут вызвать какие-то иллюзии, там бугимен, там всякие типа. Твоя жена и твоя дочка, друзья и твоя семья и, может быть, кто-то другой. I don't want to make this any more drawn out than it already is. Ты должен быть готов к этому. Ну, короче, суть в том, что сказал, типа, позвони мне, пожалуйста. Но суть в том, что он сказал. Пожалуйста, позвони. Ну, короче, суть понятна, что... Ну, я беспокоюсь о тебе. Ну, понятно. Короче, он прописал ему медикаменты. А, ну, видимо, наш, как бы, вот, главный герой не просил об этом. И он прописал ему медикаменты при том, что предупреждал, что они могут вызвать побочный эффект. Ну, вот, видимо, ну, там всякий бугимен, всякие другие страшилища, и наш главный герой, видимо, ну, доктор думает, что у него галлюцинации. Ну, мы-то знаем, что походу нет. Какой-то стук. Из этой двери. Здрасте. Подойдите к ванне, чтобы начать. Ого, свечку зажгли, начать. Так. А что начать-то? Я нашел тебя. Так, ты нашел кого? Куклу? А, спрятаться надо. Он считает сейчас. Блин, куда спрятаться-то? Так темно, ребят. Так темно.
Найди бутылку куклы. О, он идет сюда. Кукла видит меня. Она идет. А, черт. Бежим. Блин, ребята, так темно в игре вообще. Так, давайте-ка посмотрим настройки. Может быть, что-то в настройках есть, потому что реально в игре очень-очень темно. Так. Ну, тут только качество. Сглаживание, качество теней. Чувствительность, но другого такого ничего нету, ребят. Придется как-то, видимо, так выбираться. А, она идет за мной, кукла эта. Блин, темно в игре реально, ребята, вообще. Свечка тушить не буду. Так ничего не видно. Короче, нам нужно найти, как вы поняли, бутылочку. И поместить ее в ванну. Чтобы как-то изгнать этого духа, который вселился в куклу. Нет, ребят, в игре реально очень темно. Так, кукла бродит там. Это нереально темно. Но будем пробовать. Я вот сейчас сижу в наушниках ночью. И вообще ничего не вижу. Ну так вот, маленький отблеск есть. В настройках я посмотрел, но ничего там такого не разобрался. Ладно. Прорвемся как-нибудь. Мне жалко, конечно, что игра не передана на русский язык. Частично. Так, не стучи. Кукла идет за мной. Так, поросюшки. Всякие тут. Дверь закрыли мы. Блин, а... А он может закрывать двери. Он может открывать двери. А что у него в руке? Ого, какой... Какой мачете там у него. Так, давай бежим дальше. Так, там ничего не надо, бежать вниз. Короче, надо собрать предметы. Их нужно сперва найти. Спички. Так. Нет, такой, конечно, кромешный предмет тяжело искать. Так, что там надо было бутылочку найти? Это не она, это мать какая-то. Так, насколько я знаю, спички у нас тоже... Это ключ? Нет. Тут можно прятаться, но пока не будем. Так, где-то можно было спуститься вниз. Насколько я помню. Только где? А вот все, ребят, нашел. Так, ладно, разберемся. Выключатели не работают, да? Блин, там розетка просто. Так, где мне найти предмет? Как он вообще отображаться будет? Потому что в некоторых хоррорах предметы так тяжело найти. Так, мы наверх уже поднимаемся. Хотя еще все внизу не обследовали. Шкафчик нет. Значит, где-то наверху он лежит. Тут, потому что я посмотрел. Тут такого ничего нету. Нет, ребят, нету. Всего нам нужно найти три предмета, насколько я понимаю. Три. О, черт. Не попадемся. Не стучи. Он ушел. Ну, в принципе, такой пока, я смотрю, не сложный монстр. Он сам по себе ходит, куда хочет. Так, дверь закроем. Не, закрой. Так закрой дверь-то. А, черт. Ну, вот только я сказал, что ничего сложного, и нас убили. Ладно, давайте повторим. Так, ладно, ребят, начинаем еще раз. Так, спрятать новости.
Нам нужно спрятаться. Так, а как тушить свечку, я так и не понял. Так, найти бутылку куклы. Легко сказать, чтобы не сделать. Всего три предмета нужно найти. Где-то может быть бутылка, черт его знает. Так, кукла пока не идет за нами, да? Что такое? Нажмите. Нет, я примерно понял, какие там предметы нужно найти, но на деле пока что я их не вижу. Здрасте. О, черт! Черт. Да блин. Ну, вроде кукла такая как бы не сильно приставучая, но блин. Пока что не получается найти предметы необходимые. Так, нужно найти куклу. Ой, в смысле, эту бутылочку этой куклы. Пока что я вообще нигде ее не вижу. Но он идет за мной. В принципе. Так, ладно. Давайте по порядку все обыскивать. В эту дверь сходим. Так, дверь не работает. Там мы были. Найди запасную кнопку куклы. О, черт. О, я себя тут походу убью. О, черт. Уйди. Уйди. Блин, опять убила. Ладно, ребят, начинаем. Не слушаем этого диктора. Спрячемся пока что. Давайте сразу сейчас сбегаем в подвал. Начнем оттуда. Наши поиски. Найти бутылку кукла. Где мы ее найдем-то? Пока что я не вижу. Никаких подсказок. Блин, хорошо и спрятали. Так. Закроемся. Блин, ребят. О, он здесь. Мне, честно сказать, знаете, вот, я его не боюсь, но неприятно как раз попадаться ему. Стоит, ждет. А мы закроемся. Свечку тушить надо. Все, потушили, он убежал. Нет, стоит, ждет. Не, ну это уже какой-то баг. Он не уходит. Ну давай сюда. А, черт. Уйди. Все, ушел. Ай, ребят. Нет, в принципе, игра прикольная. Как бы смотрится красиво графика. Все, но мне единственное, что не нравится, что... вот монстр, он, честно сказать, меня вообще не пугает. Эта кукла, ну да, она бродит. Ну да, бьет, больно. Но при этом найти запасную кнопку куклы. Ну, в смысле, это как его не кнопка, наверное, имеется в виду пуговицу. Но я пока найти не могу. Нет, реально, я думаю, игра будет страшнее, но она нет, не страшная. Игра не страшная. Так, что это? А, это дверь. Так, кнопку нужно найти сейчас. И положить в ванну. Мне, конечно, с поисками в этом... скажем так, в этом доме это проблема. Тут потому что смотришь, одни таблетки какие-то валяются. Всякая чепуха, но... А то, что нам надо... Хрен его знает, найдем и не найдем. Ладно, давайте искать. Да, о, блин! Да уйди!
Туши свечку. Черт, опять погиб. Ну ладно, ребят, давайте попробуем еще раз сейчас спрятаться и найти потом необходимые предметы. Нам, короче, найти надо будет пуговицу, говорят, кнопка, а потом бутылочка и погремушка. Но, к сожалению, пока что я ничего не находил. Может, просто я невнимательный, я не знаю, ребят. Давайте еще раз попробуем. Нет, в игре мне еще нравится приятная графика, да, графика приятная, но... проблема в том, что вот этот монстр, который тут ходит, эта кукла, она вообще абсолютно меня не пугает. Ну, идет, идет со своим там тесаком. Может, даже сейчас так. Он открыл дверь и ушел дальше. Отлично. У нас простор. Так. Нет, с приметами, что поиском это вообще беда. Так, что там у нас? Что-то было? Что-то мы нашли? Что я нашел? Блин, я что-то там нажал? Может, дверь просто открыл в другой комнате? Давай сейчас в ванну сбегаем. Фу! Нет, вали нафиг. Нет, я тебя не боюсь, но просто не хочу с тобой в конфликт вступать. Нет, ну что я тебе сделал, а? Ну, почему ты идешь со мной с таким чесаком, а? Я ж тебя не обидел, ничего, подарил тебе на день рождения своей дочери. А ты, неблагодарная тварь, пытаешься меня зарезать. А так бы ты без дома валялся, в каком-нибудь магазине там. Так, нестующие предметы. Так, пока мы ничего не нашли. Я думал, что-то мы взяли. Нет, нифига, ребят. Сейчас поищем, что время есть, что поищем. Найди запасную кнопку. Ну, в смысле пуговицу, я так понимаю. Так, что я сделал там? На что я нажал? На что-то же я нажал там? С чем-то у меня что-то взаимодействовало. Так, свечку затушили, все понятно. Нас этого не видят. Нам от этого не легче, мы предметы не можем найти, нам нужные, которые. Ладно, давайте побежали все комнаты. Так, тут ничего нету. Так, мы взяли спички. Но ничего больше. Реально, ребят, не могу найти предметы, которые нам нужны, там пуговицы или что-то. Ну, нет, реально, это как искать иголку в стоге сена. Нет, может, что-то я не понимаю, просто надо как бы маленько вникнуть в игру полностью, но пока что я ничего найти такого не могу. Спички, да, пожалуйста, я нахожу, но там всякие пуговицы, бутылочки, погремушки, это пока что проблема для меня. Привет, дружище. А я тут уже. Так, еще спички я нашел. Ну, спичек у нас дофига. Нам пуговицу надо найти. Вот где она может быть в этом огромном доме? Это просто крындец. Крындец. Никто не знает, наверное. Ай, да уйди ты! Уйди! Раза убил опять, а. Ой, ну что ж, ребят, вот такая вот игрушка. Ну, честно сказать, я ожидал от нее большего. Я думал, это будет хоррор прям такой, что вот ты видишь эту куклу, там она будет внезапно нападать на тебя, и ты будешь так прямо... Но нет, такого не было. Мы просто видели, что за нами ходит NPC, который нас пытается убить. Да, зловещий вид, но при этом без каких-либо таких ярких эмоций. Ну, игра при этом не имеет такого сюжета, скажем так. Ну, нам просто дали повествование, о чем и что случилось, но... В дальнейшем мы уже просто бегаем, ищем предмет для того, чтобы изгнать, скажем, эту куклу или духа, который обитает в этой кукле. Ну, я не знаю, ребят, в принципе, игра меня сильно не заинтриговала, но если вы хотите, то я постараюсь ее пройти. Если она вам понравилась, там пишите мне в комментариях, я с удовольствием прочитаю. Ну, а с вами был Хакин, подписывайтесь на мой игровой канал, ставьте лайк, будем дальше проходить разные замечательные игрушки. Всем пока и до новых встреч. Пока-пока!